Всем привет, продолжаем знакомиться с интересными художниками. Сегодня хочу вам показать работы Евгения Валерьяновича Вайшвилова. Российский художник, известный прежде всего работами в области книжной иллюстрации и маринистической графики. Данные беру из Википедии. Картины тоже там скачала из интернета. Евгений Валерьянович родился в 1907 году в Либаве, ныне Лепая, Латвия. Отец служил в российском флоте инженером-механиком. Окончил в 13 году военно-морскую академию в Санкт-Петербурге, серебряной медалью. Получил назначение на должность инженера, осуществляющего надзор за постройкой судов на верфи Блом и Фос в Гамбурге. Его отец. Туда переехала его семья, которая стала жить в поселке на берегу Эльбы. С начала Первой мировой войны семья вернулась в Россию. И уже здесь, в 1925 году, Евгений Валерьянович закончил среднюю школу. После школы пошел работать подручным на завод «Айваз». Затем слесарем-сборщиком на фабрику имени Володарского. Но все это время тяга к искусству Евгения не ослабла. И летом 1927 года он сдал экзамены в Академию художеств. Но, к сожалению, не прошел. Талантливого юношу, тем не менее, заметили и приняли на второй курс художественно-промышленного техникума при Академии. Евгений закончил его в 1930 году, после чего был призван на срочную службу. С 1930 года его графические работы понемногу начинают публиковаться на страницах различных изданий. После демобилизации Евгений Валерьянович пошел работать слесарем на завод «Красный треугольник», где его талант художника проявился сперва в заводской газете, а вскоре и во всесоюзной газете «Наука и техника», куда он перешел работать и трудился до 1940 года. После начала Великой Отечественной войны Евгений Валерьянович был направлен служить на Балтфлот. Был откомандирован в издательский отдел политуправления Краснознаменно-Балтийского флота в Таллин. Там он рисовал плакаты, оформлял газеты и иллюстрировал пособия для матросов. С 1945 года в звании старшины второй статьи он служит на должности старший чертежник флота на кафедре военно-морской географии контр-адмирала Шведа. Демобилизовался в звании мичман и с орденом Отечественной войны второй степени. Сразу же продолжил профессиональную деятельность в качестве художника, став членом Ленинградского художественного фонда РСФСР. Сотрудничает с детской литературой, судостроение, транспорт, моделист-конструктор, конечно же, морской флот, прекрасные журналы. Им выполнялись отдельные заказы Балтийского судостроительного завода. Техника работы, как и тематика, разнообразна. Кисть, перо, карандаш, акварель, масло. Разнообразна была и тематика работы. Техника, космос, транспорт, авиация. Но, однако, море и корабли были коньком. Изображения многих судов, считавшиеся утраченными, были восстановлены именно благодаря его кропотливой работе. Более того, не просто изображения, но и чертежи обводов, судового набора, такелажа, внутреннего убранства. В этой работе ему часто помогал историк Ларионов, главный хранитель корабельного фонда модели Центрального военно-морского музея. Они вместе плодотворно сотрудничали в 70-х годах. Более 60 работ находится в фонде Музея Мирового океана в Калининграде и, конечно, является его украшением. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать о российском художнике, известном прежде всего работами в области книжной иллюстрации и маринистической графики Евгении Валерьяновиче Вайшвилове. Все, пока-пока, до свидания. Смотрим работы.